Разрешите от имени Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации приветствовать вас на первом в истории России Всероссийском форуме педагогов-дошкольников «Ориентиры детства». Я поздравляю вас с этим историческим событием. Сегодня в этом зале собрались представители от более чем 600 тысяч педагогов-дошкольников из более чем 50 тысяч детских садов. Это целая страна, страна людей с удивительными, большими, наполненными любовью сердцами. Приветствую вас! Позвольте рассматривать сам факт проведения этого масштабного мероприятия как проявление готовности педагогов первой ступени общего образования сделать первый шаг, но я абсолютно уверена, что он уверенный, простите за такую тавтологию, к выполнению поставленной в майских указах президента Российской Федерации задач повышения уровня отечественного образования и вхождения нашей страны в десятку ведущих стран мира по качеству образования. Фундамент этого качества образования закладываете вы. Вы первые. Вы представители тех, кто, собственно говоря, ответственен за то, чтобы этот фундамент был крепким и надежным. Наше дошкольное образование признается одним из лучших в мире. И это справедливо. Но время идет, и мы меняемся, и меняемся мир, и меняются наши дети. К сожалению, сегодня мы должны констатировать, что, собственно говоря, не очень все благополучно в нашем направлении, потому что последние исследования, а только в 2017 году исследований, посвященных качеству дошкольного образования, было проведено три весьма авторитетными учебными заведениями. И озабоченность, которая вытекает из этих исследований, она вполне обоснована. Беспокоит нас главная фигура в системе дошкольного образования. Беспокоят нас наши кадры. К сожалению, показатели здесь не так хороши, как мы бы хотели. И в этом абсолютно точно не вина педагогов. Более ответственных и более, ну, что ли, переживающих за то свое дело, которое они делают в стране педагогических работников, чем дошкольники, наверное, трудно найти. Но государство должно повернуться к ним лицом. Потому что в дошкольном учреждении два главных человека. Это ребенок и воспитатель. Об этом говорят все исследования. А 60 с лишним процентов родителей по результатам социологического опроса говорят, что есть педагог-профессионал, значит, детский сад в порядке, и за своих детей они спокойны. Нужно сказать, что сегодня назрела необходимость пересмотра вообще самого понятия кадрового обеспечения дошкольного образования. Сегодня только одного воспитателя в детском саду недостаточно. Принятый, уже вступивший в силу федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования не только отнес дошкольное образование к первой ступени общего образования, но он совершенно по-другому предлагает организовать всю профессиональную деятельность учителя, поскольку эта деятельность сегодня ориентирована на решение задач 21 века. Нужно сказать, что, собственно говоря, каким должен быть сегодня педагог-дошкольник, нам более или менее ясно и понятно, потому что принятый в 2014 и с поправками в 2016 году утвержденный стандарт «Педагог» выделяет отдельным разделом именно требования, предъявляемые к педагогу дошкольного образования. Один перечень компетенций, а их 10 зафиксировано в стандарте, требует серьезного переосмысления к вопросу подготовки педагога, его сопровождения в процессе профессиональной деятельности, повышения квалификации и переподготовки кадров. Сегодня дошкольник, надо сказать, что он никогда не мог останавливаться на достигнутом, но сегодня степень обновления, степень необходимости
поспевать и идти в ногу с развивающимся образовательным процессом и развитием страны увеличивается многократно. А для этого нужно пересмотреть состав кадрового обеспечения образовательного учреждения. Показатели говорят о том, что немногие сегодня образовательные организации могут похвастаться наличием второго воспитателя в группе. Я все время думаю, имея, в общем-то, внучек, что с двумя-то трудно справиться. А как справляетесь вы с группой в 25 человек? Это еще хорошо, потому что мы знаем, что есть группы по 27 и по 30 человек. Порою с утра с 8:00 и до 19:00, оставаясь с этими ребятами и отвечая за жизнь каждого, я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что так работать могут только люди, преданные делу. И вопрос второго воспитателя, помощника воспитателя, требует незамедлительного государственного решения. Но даже если мы решим этот вопрос, а решать его нужно, сегодня мы знаем, как усложнились наши дети. Практически нет ни одной группы, где бы не были ребята с особыми потребностями. Инклюзивное образование относится и к ступени дошкольного образования. Насколько сегодня педагог может справиться со всеми вопросами инклюзии? Ведь практически в единицах детских садов у нас есть психологи. А сегодня нужен психолог в детском саду, нужен логопед, нужен специалист по коррекционной педагогике и психологии дошкольного образования. В штатном расписании, в условиях подушевого финансирования, к сожалению, ставок на это нет. А их надо вводить. Нужно пересматривать вопрос, связанный с комплектованием кадрового состава педагогических работников, именно на ступени дошкольного образования. Сегодня ни один родитель, собственно говоря, не будет удовлетворен только тем, что выполняется федеральный государственный образовательный стандарт. Статистика показывает, что спрос на дополнительные образовательные услуги растет среди родителей. А много ли у нас детских садов, где есть педагог по дополнительному образованию, умеющий работать с маленькими нашими детьми? К сожалению, не так много. И педагог дополнительного образования, работающий с дошкольником, это необходимая штатная единица в сегодняшнем дошкольном учреждении. Это только некоторые подходы, которые требуют срочного решения. Потому что если будет качественный педагогический состав учреждения дошкольного образования, и качество дошкольного образования будет замечательным. Потому что оборудование прекрасно, но оборудование – это мертвая оболочка, если это не в руках оборудования, не в руках дошкольного педагога. Нужно сказать, что мы, думая о кадровом составе наших дошкольных образовательных учреждений, должны сказать, что, собственно говоря, цифра 19,8% педагогов, которые работают в дошкольных учреждениях, с учреждений культуры и спорта, это, конечно, не цифра, которой можно гордиться. Я думаю, цифру эту надо увеличивать. И когда учреждения культуры, учреждения спорта найдут возможным работать с дошкольными учреждениями, уверяю, у нас будет здоровое и творческое поколение наших будущих граждан России. Нужно сказать, что мы неплохо решили вопросы с образовательным центром работников дошкольного образования. Потому что фактически, собственно говоря, сегодня в образовательных организациях работают в основном специалисты, имеющие базовое профильное образование. Но для того, чтобы это образование отвечало вызовам времени, нужно совершенно по-другому подходить к системе повышения квалификации и, может быть, переподготовки кадров. Сегодня лучший воспитатель – это тот воспитатель, который имеет несколько квалификаций педагогических, который успешно сочетает квалификацию воспитателя с педагогом-психологом или коррекционным педагогом и так далее. Вот за такими, будем говорить, универсальными специалистами будущее нашего дошкольного образования. Я думаю, что сегодня на этом форуме, на который вы приехали из самых разных уголков нашей страны, будет многое обсуждено. И, может быть, будут приняты очень важные и нужные решения. И я от всей души
Желаю вам в новом учебном году успехов и интересных открытий. Пусть каждая встреча с вашими подопечными несет вам радость общения, потому что вы первые, кто вводит нашего маленького россиянина в большой и непростой мир и вселяете ему веру в то, что мир этот наполнен любовью и добром. Трудно не согласиться со словами замечательного нашего педагога Василия Сухомлинского. От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет наш сегодняшний малыш. Будьте счастливы! Спасибо вам за ваш благородный и такой нужный для нашей страны труд!